мы приехали из Новосибирска и решили, что для победы нам нужно быть более наглыми, более дерзкими. Денис, очки. Команды Ирмы пришли сюда. Хотят все поверить, но вот им чёрта с два. У вас в Перске очень тёплый зал. У вас тёплый зал, а у нас ведро. Подземное чудо это! Не, ребят, на самом деле, в Перске классно очень. Здесь я очень рад, что мы здесь. Фу! Кто сказал здесь? Ты сказал здесь? Это не я, это Вова Тама. Вообще. Леша, это Бенск. Здесь все так говорят. Дерзко. Кстати, о Бенске. Я же здесь сюда переехал недавно. Жить приехал. Дерзко. Но глупо. Но дерзко. Нет, мы решили, что глупо. А, да, ну тогда глупо. В общем, друзья, мы посмотрели список команд, которые с нами играют, но все равны. Но у нас есть кое-что, чем мы от них отличаемся. Это аккредитированность. Поэтому сегодня мы будем показывать просто смешные номера, а вы будете смеяться. Это КВН. Здесь все так делают. Любого кавказского мальчика очень легко узнать даже на детском утреннике. Мама несправедливо наказала сына. За что? А теперь представьте, девушка только что сделала себе очень, ну очень дорогой маникюр. Мои носки отличаешь от папиных. Мне же все-таки мать. Наверное, у каждого в школе была такая гадкая училка. Марья Ивановна, там Саша кислотой руку разъедает. А я ему говорила, сверяй валентности! Случай на программе «Интуиция». Итак, у нас финал. Осталось две позиции – врач и полицейский. Но вы утверждаете, что девушка под номером 5 – проститутка. Я просто учился с ней, я знаю. Кавказец в спортивном магазине. Здравствуйте. Здравствуйте. А сколько стоит этот велосипед? 30 тысяч. 30 тысяч? Да я не буду его покупать. Но он же горный. О, горный, дайте два. Случай в госнаркоконтроле. Это госнаркоконтроль? Да. Фигово работаете. Мы стараемся, у нас очень большая площадь, и как бы мы... Да, не-не-не. Спасибо. А теперь представьте, во дворе поселился очень нужный бомж. Я здесь стою на
Как пройти на улицу Ленина? Налево и за домом направо. Тут. О, спасибо. Подскажи, а во сколько 7-часовая электричка до Пермской отходит? Братан, ну часов 7, я не знаю. Мужик, что брать, дом, доллары или евро? Ну, бери доллары, они зеленые, хоть я не знаю. Бож, подскажи, меня Людка бросила, что мне делать? Людка бросила, ну ты догони и скажи, что любишь, и все будет хорошо. Так, Саня, разгружай КамАЗ, здесь машины ставить нельзя. Деньги на собаку, на норник. Не режь сухомятку, не режь сухомятку. Режь красный провод, режь красный. Ну что ты делаешь, режь красный провод. Саня, ага. Команда КВН этажом выше. Из Новосибирска с любовью, например.